случилось? Нам только что позвонила Саша. Если бы не было этой свадьбы, родители никуда не поехали. Я работу нашла. Где? В Америке. Я что же здесь? Останусь совсем одна. Ну, допустим, не одна, ты, между прочим, замуж вышла недавно. Ну, что вам пожелать, молодежь? Тепла, взаимопонимания, ну и, конечно же, детей. Он ребенка хочет, только не может. Бесплодный, вот и бесится. Ты мне за эти вмятины, сокол, всю жизнь отрабатывать будешь. Выселять нас пришли. Анна Голубева здесь живет? Мой. Его отец летчиком был. И погиб. Чего ж ты ему правду не сказала? А что я должна была ему рассказать? Что у него отец бандит? Помогите! Ну не надо! Не надо! Не захотела бы, не дала! Тварь она и есть, тварь! Ты сама во всем виновата, дура! Здрасте, вы квартирант? Я Олеся Быстрова. Мы здесь раньше с сестрой жили. Жили. Ну, жили. В Америку уехали, а квартиру мне продали. Здрасте, на Курский вокзал, пожалуйста. Я ваши фотографии видел у матери. Вы отца моего случайно не знали? Я твой отец, Андрей. Коробку надо менять, проводку. Не могу я так сразу жизнь поменять. А ты ее уже поменял. А на утро нас с Ильей выбросили на улицу. Вот такая история. О чем нам с тобой разговаривать-то? Как ты ее при всех отец, да? Отец? Так вы же не люди. Что же я вам всем сделала? Оставь в покое моего сына, или я не знаю, что с тобой сделаю. Нет, нет, нет. Нет.